Печальные новости о судьбах наших любимых актеров. Снова мы теряем замечательных артистов, талантливых актеров, людей, которые всю свою жизнь посвятили театру и кино. Всего за один день не стало сразу двух известных российских актеров. Одному из артистов было 68 лет. Последние дни своей жизни он провел в одной из столичных клиник. Как стало известно, актер скончался после продолжительной болезни. Ряд СМИ публикуют информацию, что причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция. В начале прошлого месяца он пожаловался на симптомы ОРВИ, а уже через две недели был переведен на аппарат ИВЛ. Многочисленные коллеги продолжают выражать слова сочувствия семье усопшего и называют смерть артиста невосполнимой утратой. Комментариев от близких касательно причин смерти мужчины пока что не поступало. Александр Самойлов умер после продолжительной болезни. Трагическую новость подтвердили коллеги артиста по театру. До последних месяцев жизни актер продолжал репетировать и готовиться к спектаклям. Эта новость стала не единственной печальной. В этот же день ушел из жизни коллега Александра Самойлова, 79-летний советский и российский актер Вячеслав Езепов. Об этом сообщили на сайте Малого театра, в котором служил актер.